Хитрая махинация с машиной не помогла ивановцу укрыться от судебных приставов. Сотрудники регионального ведомства арестовали автомобиль «Дэу Матис», принадлежавший злостному неплательщику алиментов. Мужчина скрывался от исполнителей, ссылаясь на бедственное финансовое положение. Чтобы его машину не забрали, он оформил документы на свою престарелую мать, которая даже не имеет водительского удостоверения. Эта сделка показалась сотрудникам службы судебных приставов сомнительной. В результате проверки выяснилось, что должник сам пользуется автомобилем и частенько нарушает на нем ПДД. Водитель признался, что сделка купли-продажи была отвлекающим маневром. Так мужчина уходил от долга перед бывшей женой и ребенком в размере 67 тысяч рублей. Должники, к сожалению, у нас не готовы встретиться с проблемой лицом к лицу. Когда мы подъехали к машине, должник увидел, что мы собираемся совершать действия по ее аресту и изъятию. Поэтому на место совершения действий прибыли его многочисленные родственники. Однако сам должник вскоре ретировался с места совершения действий. Видимо, почитав таким образом, он воспрепятствует нашим действиям по ее аресту.